Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 3 февраля 2023 год. Сообщают о том, что энергетики ДТЭК Одесской электросети и НЭК Укрэнерго завершили работы по переподключению высоковольтных сетей. Это может позволить обеспечить техническую возможность передачи и распределения электроэнергии для Одессы и Одесского района и в дальнейшем вернуться к прогнозируемым графикам отключений. На сегодняшний день в Одессе действует экстренное отключение света, но, хочу сказать, от себя по факту света, слава богу, стало больше, нежели это было последние дни. И, значит, вчера глава областной военной администрации Максим Марченко заявил о том, что с понедельника, то есть со следующей недели, должны уже быть стабилизационные графики. Хочется, конечно, верить и надеяться, что графики будут получше, чем было. Были они раньше, до обстрела, потому что тогда было 3 часа со светом, 6 часов без света. Вот, в идеале было бы, конечно, 6 часов со светом и 3 часа без света, ну а там, конечно, как оно будет, неизвестно. В Одессе все спокойно, я всем желаю хорошего дня, всем мира и добра, обязательно подписывайтесь на канал, до встречи, пока.